Обед. Все по очереди. Сегодня даже не дерутся. Вчера утреннюю порцию съели, днем прилетели и прямо вот за решетки цепляются и заглядывают сюда. И, можно сказать, так просят: ну ты чё, хозяин, почему столовая закрыта и стол пустой? Пришлось выходить, двойную порцию давать. Но вот сегодня тоже второй раз подали, потому что второй день снег и питание не просто так для них добывается. А то прямо до этого, когда теплая погодка постояла, смотрю, эти разбойники куда-то пропадали, меньше прилетало, где-то сами что-то собирали. А как опять зима пришла, так опять вернулись.